Здравствуйте, меня зовут Ирина Соколова, я астролог, и для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. На этой неделе Луна растет, причем идет сейчас по самым творческим знакам, то есть некоторая подсознательная безбашенность будет в вашей жизни присутствовать, с этим ничего не поделаешь. Солнце тоже стоит весьма категорично, и это также будет подталкивать к быстрым, необдуманным, резким действием, иногда захватывающим большие коллективы людей. И чем все это кончится для вас, а для людей, это отдельный вопрос. И это, собственно говоря, главная опасность этой недели. Неловкое движение, плохая мысль и, в общем-то, пожар по всей станице. Если вы можете ничего не делать, не вступать ни с кем в борьбу, не садиться за руль в дурном настроении, не гнать на красный светофор, не говорить ничего, что могло бы испортить настроение другим людям, то, в общем-то, так и поступайте. Получится на этой неделе ни с кем не поругаться, никого не обидеть. В воскресенье купите себе шоколадку. Еще одна опасность наступающей недели – это очень высокий травматизм. На это стоит обратить внимание. Поэтому, если вы давно мечтали прыгнуть с парашютом, заняться паркуром, то лучше не сейчас. Любой экстрим переносим вперед минимум на несколько недель. Сейчас не надо. Начиная с сегодняшнего дня и еще 2 дня вперед, нужно заниматься своими волосами. Подстригать, укутывать их в масочки, красить. Чем больше внимания мы уделим своей шевелюре, тем более привлекательной она будет выглядеть. Сейчас можно проводить любые аппаратные процедуры на лице. Главное, чтобы в процессе кожа не перегревалась. Это главная опасность. Или, может быть, даже лучше остановиться на инъекциях гиалуроновой кислоты. Не ботокса, потому что сейчас, когда Луна растет, он будет слишком быстро рассасываться. Все бодрящие, активизирующие и тонизирующие косметические процедуры по телу я бы пока отложила. Потому что неделя будет нас очень активно толкать в спортзал. И лучше ей не сопротивляться. На сегодня все. Увидимся через неделю.